Скоростной аппарат. Чтобы сделать этот аппарат, нам необходимы старый компакт-диск, фломастер, воздушный шарик, резина и другие необходимые вещи. Сначала возьмем фломастер, удаляем наконечник, патрон и верхний предел. Теперь возьмем крышку и в центре с помощью длинной иголки сделаем отверстие. Теперь его прикрепим к резине. Теперь возьмем старый компьютерный компакт-диск, применяем немного резинового клея в центральной части. Теперь прикрепим нашу резину. Прикрепим воздушный шар к серверу от фломастера с помощью круглой резинки. Теперь устанавливаем на компакт-диск. Теперь раздуем воздушный шар, закрепляем на крышку и помещаем нашего скоростного аппарата на гладкую поверхность. Тогда наш компакт-диск будет скользить по гладкому поверхности и вращаться. Это принцип скоростного аппарата. Как только выкачим воздушный шар, скоростной аппарат остановится. Вы можете также поместить нашего скоростного аппарата в гладкую пол. Даем небольшой толчок, то скоростной аппарат мягко поедет с одного конца к другому.